ту ту ту. Жопа тебе, собака страшная. Прощай. Всем привет, с вами Ворм, это игра The Elder Scrolls 5 Skyrim, которую мы продолжаем проходить. Остановились на том, что исследовали курган, погребальный огонь, или как он там называется, нашли то, что там есть путь к слову силы, который закрыт золотым когтем, который я пока не знаю, где находится. Вот, а сегодня мы отправляемся на высокий Хротгар, туда, на самую вершину, по куче ступенек, под дождем, под холодом, с луком, с лидией, без тысячи. Тысяча останется тут ждать, я надеюсь, внизу. А у нас вот путь на 1000 ступенек получается. Что это? Непонятно. Топ-топ-топ. Очень увлекательная будет серия. Потому что мы тупо подниматься будем, скорее всего, по лестнице всю эту серию. О, привет. Лидия, в атаку. Не ху, а в атаку. Спасибо. Идем дальше. Я великий Давакин, поднимаюсь в Хротгар. Очень долго я иду, но я не устану и дойду. Опять коза. А, там тоже коза, мне казалось, волк. Это все козы. А что это, кстати, тупой-то? Шкуры же нужны. Ну, ох ты, какая хитрая, петлять ничего. Да ладно, попал. А, и что это было? Я попал или нет, я не понял. Походу попал. Золото? В козе есть золото? Серьезно? А ты еще кто? Ты кто? Не сожги тут ничего, ладно? Чё ты здесь делаешь? Мне нравится тут наверху. Идти по ступеням, рассматривать символы, размышлять. Козёл, стой, козёл! Но не повредит. Он спрятался, смотри. Вот сука. Так, довелось услышать, как седобородые звали Давакина? Да, воистину странно, когда монахи такое делают. Интересно, что это значит? Я хер его знает. Ты собираешься их навестить? Они не принимают посетителей, но я никогда не поднимаюсь так высоко. Некоторые паломники туда ходят, оставляют им еду и все необходимое, но не ведут беседы. Ладно, тут козел пришел. Лучше пойду. Прям в жопец ему. Ну серьезно, что ли? Ну ты сука, нет? Вот мразь. Взял, улетел. Сел на жопу и поехал. Только у меня в жопе стрела, поэтому ехать, наверное, было не так комфортно. Но да, это уже его личные прерогативы. Воу, воу, воу. Уже высоковато, да, я смотрю? Но мы все идем и идем. Слышь! Ай! Ах ты ж. А ты жирный, да, я смотрю? Ты посмотри, а. Так, а в правую руку, где там мой меч что? А, вот он. Слышь! А что он такой жирный-то, а? Как? Нормально. Я просто хп у тебя проверяю таким образом, потому что не знаю, как по-другому это сделать. Но она на фулл хп, поэтому все нормально. Ой, что-то замело-то как, а? Что-то прям вообще замело, я смотрю. Мы все идем и идем. Ха!
Не, ну обычный волк это фигня. Вот снежный, да, это уже попаснее. О, козел, стой! Лиди, идешь? Лидия? А, вот ты где, окей. Кстати, вот на превьюшку можно будет взять. Лидия, не мешай, пожалуйста. Ух, какая тут метель-то прям, смотри, а. Миска. Ветка что-то полоха. Ладно, пусть лежит. Что-то прям вообще метет. Вообще нифига не видно. Но классно вообще сделано. Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Но мы все поднимаемся и поднимаемся все выше и выше. К старым мудрецам, которые нас позвали. Пока неизвестно зачем. Но основной сюжет они какой-то расскажут. Явно. Может быть, чему-то научат. Вижу медвежье логово. Или что бы значил этот значок, я не знаю. Еще там что-то видно. Эй, мужик! Смотри, опять кто-то сидит. Это он же или это другой? Берегись волков, если отправишься на высокий Хродга. А я еще на нем? Да. Ты кто? Я была, блин, у Айверстеда, когда... Довелось я слышать насчет Давакина. Момент. Ничего подобного уже много веков не было. Кто ты? Я была у Ты Айверстеда, дурак, что ли? Когда это... Ты что, ты спрашиваешь никто? Что ты здесь делаешь? Символы, размышляю. Я каждые несколько лет это делаю. Тебе не холодно вообще в такой одежде? Кто ты? Просто паломница. И хватит этого, если ты не против. Да хрен с тобой, пожалуйста. Угу. Угу. Так. А мы продолжаем. Все выше и выше. Тут нифига не 1000 ступенек, тут их больше. Наверное. А может быть нет, может быть реально 1000. Ну, несколько сотен я уже точно прошел. Блин, сделали классно. Дерьмо. Там что-то большое и злое. Йети, это йети. Снежный человек, о нет. Ледяной тролль. Ну, почти угадал, получается. Леди, танкуй, пожалуйста. Возьми меч. Топор свой и щит. Дура. Как дела, леди? А, окей, вижу. Все плохо. Да не из храма я задолбала. Одно и то же спрашивать. Так. Не, не то. Железный меч углей. Супер, она опять свалилась. Так, ты стой. Это чик. Блин, я не люблю во время боя вот так вот пить, но я не нашел здесь зелье маны, поэтому придется все-таки так делать. Да ну нахер! Теперь ты поплатишься. Да что за пацан? Пошел вон отсюда. С двух ударов он меня снес. Вы что, серьезно? Пацан, уходи. Грузись, игра. Рано мне кого-то усы наваливать. А как так он с двух ударов меня ушатал? Я рано сюда пришел, что ли, еще? Да вроде нормально. Так, ну что, тогда можно смотреть, что сделать. Ага. Так, ну, с ХП у меня проблемы получаются. Да. Да.
ХП чуть-чуть подняли. И с уроном, я заметил, тоже у нас идет проблема небольшая. В плане ближнего боя. Так, тут необходимо 30. ВС только вкачано. Там уже больше надо. Давайте да, вкачаем сюда в сильную руку. О, необходимо 40, нифига себе. То есть вообще облом. Так, необходимо 20, давайте тогда. Лук вкачаем. Это фигня, это не хочу качать. Критический выстрел вкачаем еще. Сойдет так тогда. Окей. И F5. Это было до девки или после, интересно? Походу до. Черт. Да. Ну тогда еще раз с ней быстро поговорим. Берегись, волку. Кто просто ты? Поломница. Что здесь иду делаешь? По ступеням. Слышал про Довокина. Я была у Айверста. Иду по ступеням. Вот отлично, теперь поговорили в правильном порядке. Правда, один лишний вопрос задали, но все равно. Так. Нет, мне нужно, чтобы ты взял лук. И прожал F5. Умница. Так, а теперь аккуратненько. Мы знаем, то, что здесь сидит этот мрак. Обес. Мрак обес. А куда он попер-то, а? Смотри, он сразу идет. Это босяра, короче. Специальный. Установленный, да? Крит. Мимо. В смысле мимо опять? Лидия, не лезь, пожалуйста, под стрелы. Она дура, лезет под стрелы вообще. А, не. Я не вижу ничего. Фуз! Беги. Танкуй. Так. Не на меня только. Да, стой, ори просто. Фуз! Он за мной бежит. Предметы, зелья. Здоровье легких ног, бла-бла-бла-бла-бла. Маги. Еще есть маги? Нет, походу. Вот, давай это еще. Ух ты, меня аж колбасит. А че он хилится сам? Ты что так убьет меня еще, собака? Где Лидия? А, на все? Того? О, как ты отхиливаешься, слышь, мразь? А у меня Лидия сдохла. Что за говно? Вот как с таким мракобесом драться вообще, а? Лидия, ты живая. Супер, тихо.
Так, тихо. В смысле разгромлена, дура, что ли? Я тебе дам разгромлена. Где там? Стой просто в блоке и все. А, это я ее убил? Ха-ха. А что у тебя там? Понятно. Ясно, понятно. Это я ее убиваю. Сорян. Она только одна у меня. Блин, ладно. Тогда так. Зря так рано использовал. Это неинтересно. Во, это классно. Ну вот это в принципе подойдет, но пока не требуется. Вес не надо. Запас сил. Ну давай. Да, яды используем, кстати говоря, не забываем про яды. А, оружие уже отравлено, я не могу использовать, окей. Сука. Хотя ладно, попал. Панкуль, иди. Побегульки, поехали. Я застрял. Ай! Беги! Я опять Риджи убил, что ли? Нет, не убил. Какую сумку сложную, а? Мразь. Просто мразь, а. Так, что я там использовал? Давайте попробуем другой яд. Паралич. Да. Просто паралич, короче, и... зелье меткости или точность, что там было, да, вот это. Все. Как я не попал?
Яд закончился, так понимаю? А яд такой, нифига себе, да, оказывается? Запас сил. Обморожение давайте, да. Блин, а нифига себе так помог, да, яд вообще? Пол хп ему снес, без проблем. Жопа тебе, собака страшная. Прощай. Все дело в тактике. Видишь сложного моба? Подготовься заранее. Жир тролля и все, а шерсть нельзя взять? Сука, на тебя в лоб. Столько времени на него потратил, а? Вот мразь. Но зато мы почти поднялись на великий Хротгар. На высокий Хротгар. До сюда еще, я так понимаю, никто не доходил особо. А если доходил, то, скорее всего, подыхал от рук этого тролля, либо тролля здесь еще этого не было. Йети, короче, снежный человек. Типичный. Так, а где нам дальше дорога? Куда? Сюда? Да. Что-то мы спускаться начинаем, по-моему, не? Ну, ладно, мы все еще идем, получается, да? Ладно, думаю, тогда продолжим подъем уже в следующей серии. В следующей серии также уже, скорее всего, дойдем до туда. Если не дойдем, значит, не дойдем. Посмотрим. Всем, кто посмотрел, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше. Всем удачи, всем пока.